он мафия. Объясни, что делает мафия, комиссар. Тихо, тихо. У нас есть идущий, да? Да тихо. Спалил? Я вот здесь. Ну это, блядь, карта была, да? Доктор, он может вылечить. Последняя должна быть. Доктор, кого делать в будущем?
Я даже знаю, что сделать. Себя, от себя вылечил? Город просыпается. Доктор Юра. Он и душу вылечил. Давай, тихо, все, давай. Я ведущий. Кто они? Ты ведущий был? А ты кто? Давай, говори. Все, давай. Ребят, мафия убила детектива. Игра закончилась. Зачем тебе детектив? Даже скажи, просто мафия убила кого? Мафия убил детектива, все. Нет, для вас кто помнит? Я не понимаю, кто помнит это доказательство. Мы сейчас можем мафию не узнать. Садите мафию. Вот мафия сидит. Кто вот это? Кого убили? Короче, кого убили? Он мертвый. Не может. Не, он тоже. Кого убили? Не может реально тупой попасть. Должен говорить, кого убили. Давайте вот этого кипим ведущего. Давай ведущего. Пошел. А я играл кого? Кто мафия-то был? Да я был мафия. А кого я стрелял? Да, мафия. Давайте в дурака лучше сыграем. Давайте в дурака. Попец. Доктор вылечил себя, ты доктор арестовал, блядь, мафию тебя убил. Я тоже не арестовал. Видал, доктор был? Я его бахнул, я тебя бахнул. Доктор был боёв. Я мафия. Кто ты? Я мирный житель. Подождите, я карту не сдал. Кто Юрас? Юрас. Итальяно. Давай дурака. Кто будет? Я, ты. Сядь туда. Добавь вторую мафию, вторую мафию. Какую мафию? Мы в дурака играем. А, вы в дурака уже играете? Мафия, Даже ход не отдашь мне. Где проститутка? Да нету больше наших человек. Надо 5 человек там будет. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Юра не играет. Он играет. Чего он не играет? И что у нас, чтобы карты остались, блядь? Подожди, 6 на 6. Это 36. 6 на 6, 36. Он сказал 5 на 6. 5 на 6, 36. Я запутал, блядь, 29. 29, смотри, 6 на 4. Не люблю химию. Все, молчи, не надо говорить. Ты вообще высылал, что понял? 24, 24. Ты высылал, что понял вообще? 24. Так, все, играем я, Слава, Италия. 5 на 4, на калькуляторе посчитал? Посчитай на калькуляторе, 6 на 4. 29. 24. Что у вас по математике? 24. Чем считать 6 на 4, если так можно? Покажи ему просто. 29. Мне хочешь сказать, что еще 20 плюс 9 это не 29? Еще одна карта, кто-то посел одну карту, блядь, молодцы. Где она? Она, блядь, ушедшая. Ты ее посел. Он вообще... Да, я вообще ничего не трогал. Посчитай, сколько у тебя карт. Я тебе могу свою банковскую карту дать, пароль сказать и код. Нахуя там денег нет? 6. Ну вот у меня 6, а здесь 5. Где? Одна соответственно. Итальянов! Вот, раз, 2, 3, 4, 5. Так опять же зачем тебе что? Да блять, это главное ее размещать. Чего? Зачем тебе бита первую карту? Бита? Что даже на графе? Да это колода. Зачем ты раздаешь биты? Да это колода, значит. Потише. По факту одной карты нет. Да какая разница, играй давай. Как у тебя колода, если ты на 6? Я их покупал за 20. Я на 5. Играй давай. Вы вообще двоем. Всю карту возьми, играй. Бита. Я тебе жопу достану. Вон шестая карта лежит. Ой, еще не играй. Бита уже. Да блядь. Возьми одну карту и сделай козырь. Ты тупой, давай играем. Возьми одну карту. Да вот я взял, блядь. Все, играем. Тебе 5 карт. Итальянец, бриюты, какой дедок. Посмотри на его взгляд. Тебе просто хочется. Так ты раздаешь. Это Усенко с пизданул, а по-любому. Андрюша! Андрейка! Где карта? А уже реально на кнопку, блядь. Карта, дай. Я восьмерку положил на стол, чувак. Какую восьмерку вы мочили? Шестерку. Восьмерку положил. Ты восьмерку сели. Карту верни. Ты восьмерка. Ты дал? Карту верни. Я восьму. Карту верни. Раздевайся. Верни карту. Раздевайся. Куда пошел? Слышь, шлагбаум. Шлагбаум. Ты все это рассал. Ладно, бог. Минус один. Там ночью пошли. Да. Играем. Кого шестерка? У меня шесть. Спрашивай, он отвечает. Все, заварите. Дэн, закрой. Понимаешь, что шахнул? Кто ходит? У тебя шесть. Никто не показывает. Пиздец. Да, как ты будешь сегодня или нет, алло?
Давай, все, можешь поменьше молчать? Ты это больше не говорил, блядь. Я вообще молчал. Зовите змеи. Нет, подкидывал только ближний. Соседи играют. Соседи играют. Я что, дальний, что ли? Я что, не сосед? Ты сосед. Я знаю, я тебе исходил. Он сосед. Вот, вот так дал. Да? Слышь? Эй. Подкидывай, давай. У тебя есть девятка? Нету, блядь. Восьмерка там молодец. Я хожу. Я подлетал. А ты кто? Можно еще одну попасть? Подожди, подкидывай. Какая пустенькая. Блять, крестит. Это козырная дама. Ну какая разница? Ну даун, это мне, блядь. Да нету, что ты делаешь? Ты тупой, ты меня схватил. Ну ты итальянец хитрый. Все, давай еще. Итальяна, блядь. Бит опять парфюр. Итальяна. Уже поздно, да. Давай еще тогда. Дай мне, дай мне. Ты мне Вова вообще дал одну конфету, одну он уронил. А, дай мне шесть. Ну давай, а что, все побились как-то? Итальяшки все такие, я побился. Давай, ходи. Не, дальше нет. Сколько тебе надо? Не шестерку козырок, не шестерку козырок. Чуть мне дал. Ну по-братски, брат. Я что, выбираю, что ли? Ходи. А почему ты? Че с тузов будет? Почему ты последний взял? Посечь. Аут. Ты такой урод. Дай конфетку. На дом козырок. Ты меня убил. Вы давно? А что ты? Чего? Чего у тебя по ногтям, алло? Вообще нет. О, комиссаров, комиссар. Слэй, Лев. Димас, вот ты пиздец. Иди сюда с ними в карты, играй, садись. Димас, ты с вами? Видишь, отсоединился. Чего вот его собирает? Бита, бита было, то он там был. Давай, там больше конфету. А что если я так же покажу? Там была девятка. Там была девятка. Брат. Знаете, как тебе надо работать? Да? Какая техника? Знаете, пусть?
Yeah.